Всем привет! Сегодня утро пятницы. Завтра придут гости. Сейчас я покажу вам туалет. Пятый день ремонта. Что тут у нас? Сделали стены вчера, но еще без затирки. Вот такая красота. Потолки сегодня будут. Лючок. Ну, смотрите предыдущее видео, кто не понимает про лючок. И здесь затирки тоже нету, и здесь затирки тоже нету. Посмотрите, сейчас мозаика выглядит светлой, после затирки она будет темной, я так понимаю. Инсталляция. Мы нашли Бентли. Дорогие друзья, сегодня завершающий день ремонта. Вроде бы как в субботу мастер говорит, что он не придет. И есть остатки стройматериалов. Поэтому сейчас нужно будет найти чеки именно того, что было, что осталось. Именно эти чеки найти. Вы хотите знать, сколько стоил ремонт? Я сама этого не знаю. Вы видите, сколько чеков. Это нужно будет все потом сложить. Это ванная и туалет вместе. Да, суммы здесь огромные. Где-то 30 тысяч, где-то 24, где-то 1000, где-то 45. Очень много. И сегодня отправим то, что не использовалось. Тут 19 в конце было. Вот сейчас мастер будет оформлять забор обратно, но чтобы вернуть в Петрович, чтобы вы понимали, это все не так здорово, как пошел и отдал там, грубо говоря, платье обратно. Нужно все это тяжелое заказывать доставку, потому что самим это невозможно доставить. Испачкается машина. Вот, например, таких мешка осталось 3. Вот они вот такие грязные. Ну, как их в машину? Еще вот таких мешка 3. Вот эти по 300 рублей. Вот эти по 200. Вот этот клей 500 рублей стоил. Плитка нераспакованная упаковка 2100. А распакованную они не возьмут. Еще одна распакованная. Чуть-чуть одна штучка взята. Очень жалко. Вот, поэтому 1000 рублей нужно будет заплатить за то, что они заберут. И что я тут выиграю, я не знаю. Ну, чего-то выиграю. В общем, и плитку самой не поднять ведь. Не знаю, плитку. Может, плитку кто-то положит. Так я ее у магазина не достану, значит. Вот, сейчас сказал уже мастер, можно мыть. Вот это все белое. Сказал, что больше сегодня пилить не будет. У меня будет такой перекус. Вот это внизу. Икра с копченым лососем. Мне кажется, мы ее всю жизнь будем есть по ложечке. Гречка, майонез и ветчина. Сейчас вы напишите, не ешь майонез, не ешь ветчину, ничего не ешь. Я буду есть. У меня есть вот такой плед. Хотите? Ну, не надо. Хочу. Пускай. Раковину точно не хотите? Не потащу. Просто из-за того, что тащить просто. 10 минут. Хорошо. Да, спасибо. Спасибо. Здесь хорошо. Нет, школа есть, а в садик не попасть. Даня, помогай, не мешай. Унитаз ушел. Дорогие друзья, я не очень могу сегодня снимать видео. Все время что-то делаю, поэтому решила вот так включить камеру. Все-таки сегодня последний день ремонта. И сейчас будет у нас день рождения в хлоп-топе. И туда можно приносить фрукты, поэтому я мою очень много фруктов. А завтра у нас гости, поэтому я вымыла всю квартиру.
один раз. И когда увезут, Петрович увезет стройматериалы сегодня, можно будет вымыть еще окончательно. Данечка не смог убрать игрушки, мы с ним ссоримся. И готовимся ехать в хлоп-топ. Даня также записан в парикмахерскую. Мы вымыли двери. Зеркала еще не вымыли. И еще без конца я организую этот день рождения, потому что все меняется. Когда дети, все меняется. Очень много времени занимает переписка с родителями. Трое не придут, потому что двое заболели, один не выздоровел, или наоборот, я уже не помню. В общем, трое не придут, и так как у меня проплачено за 8 детей, то я решила их заменить. И на это, ну, на других детей, и на это тоже ушло много времени. Вот столько будет яблок. И я нашла других гостей с помощью Дани, конечно же. Конечно же, с помощью Дани, я не сама их выбирала. И еще приедет Данина, самая-самая первая няня, которую мы брали один раз в неделю на 2 или 3 часа по воскресеньям, чтобы не сойти с ума. Хотела показать виноград. Сегодня торта не будет. Мы поставим свечку в пиццу, потому что чтобы принести свой торт, нужно заплатить 500 рублей этому игровому центру. И если вы не хотите платить 500 рублей за свой собственный торт, можно купить у них торт от 2000 и выше. Поэтому у них будут пиццы достаточно. Есть свечка. И няня приедет, будет мне помогать, но нечего помогать. Просто это будет поддержка, что хоть кто-то придет без ребенка. Все остальные придут с детьми и будут с трудом соображать, потому что дети бегают, а за ними надо смотреть. Кто-то придет из родителей и уйдет, потому что это родители из детского сада, и я, честно, не всех знаю в лицо. Вот. И нам особо не о чем говорить, поэтому я всем написала, можете оставить мне ребенка и уйти. Я не знаю, захотят они так или нет, но я так написала. Родителям вход бесплатный, это не обременит меня, но им, может, со мной неинтересно, мы не знакомы, а дети пускай играют. Ну, посмотрим, как будет. Будет также дама из родительского комитета. Это очень интересно. Может, я и зря включила вообще камеру. У меня все время мокрые руки, весь день. Я даже надела сегодня перчатки. Я никогда не убирала в перчатках, но от этого месяца уборки моя кожа стала сухая и в трещинах, потому что, когда я полощу тряпку, этот ротбанд, клей, все, что хочешь, все на мои руки. Мы питались сейчас пловом, который Тёма заказал пару дней назад. Его некогда было кушать. Виноград красный вот такой огромный. Представляете? Туда нельзя приносить свои напитки. Хлоп-топ очень дешевый, но нужно будет платить все время за морс. Детям нужно много бегать и много пить. Поэтому я возьму с собой чай. Он будет в моей мужской сумочке. Данина сумочка, теперь моя сумочка. И мой чай никто не запретит. А детям будет покупаться морс по 300 рублей за литр. Горсточка ягод и вода за 300 рублей. Вот. Ну что делать? Зато это самый дешевый, и можно принести фрукты в любом количестве. В других игровых центрах нельзя принести фрукты свои. Ничего нельзя принести. Каким-то образом мы собрались. Мастер продолжает работать. И сейчас их закончит.
будут ждать он и Тёма из Петровича доставку, чтобы у нас забрали стройматериалы. Я несу, видите, два платья. Одним нам не обойтись. Данечка несет огромный мешок фруктов. Кнопочку нажми, пожалуйста. Спасибо за понимание. Еще я несу чай и морс. Морс можно попить в машине, например. Да? Угу. Уборка а у нас не закончена. Чай и морс мы где оставим? Чай вот я спрячу в сумочку. Никто не заметит. А морс в машине попьете, я оставлю сейчас. Я тебе сзади покажу, какой ты. Супер! Вот это да! Это так быстро. Я думала, вы будете очень долго это делать. С ума сойти. Даня, ты как сейчас увидишь, ты обалдеешь. Что? Терпи, красота требует жертв. Я в шоке. Я не успеваю за детьми, они уже убежали. С собой сменка, рисунки. Можно к вам? Да. Пойдемте, гости уже идут, наверное. Да. На дорогу нельзя. Даня тащит фрукты. Что там еще есть? Набор для опыта. Земля и лукающая. Работать будет, если правильно соберешь. По типу робототехники твоей, да? Да, Миша такой сам собирает. О, шестеренки твои любимые. Да, так аккуратно надо выдавить, но там конструкция. Мам, я хочу это. Ага, стоим. Открываем. Смотри, вон там видно тебя? Ага. В нишной полке. Ага. Нет, вот. Среди всего этого веселья мне звонит Тёма, приехал Петрович, чтобы забирать остатки стройматериалов, а Тёма не может открыть дверь, потому что мастер ее захлопнул сильно, ее заклинило. Пойдем переодевать платье, сейчас принесут пиццу. А Данечка где? Но я надеюсь, его сейчас найдут. Вон Артём, я вижу. Принесли еду, я не могу найти. Ну что, здесь Даня, нет? Нет, его нигде нету. Ищите Даню, что такое? Да, а я как короче, нам не найти именинника нигде. Нас 8 детей. Они приблизительно на две кучки разделяются. Ой, я нашла короткий проход. Срезала дорогу. Именинник пропал. Мы потеряли именинника. Да, где-то тут лазит, скорее всего. Даня! Тем временем Тёма сообщил, что он сходил в туалет. Сегодня пятница. С понедельника первый раз. Кому неприятно, переключайтесь. Есть другие каналы не о жизни, а о ванильной жизни. Вот Даня.
Даня, мы тебя там ищем везде. Все тебя ищут. А я детям сказала, ищите. Провожаем первых двух гостей. Все, забирайте Даню и Артема, забирайте. А кто забрал Егора? Даня? А не с Даней или с Тимошей? Я сразу. Не, Вику вообще не вижу. С Даней и с Тимошей, вот. А-а-а. Все, больше никого нет уже. Три человека, это оптимально. Да, неплохо. Задание. Обзорная по хлоп-топу. Это домики. Это без аренды. Это без аренды. Там просто можно кушать. Домиков много. Пошли. Ты платье рассматриваешь. Ресепшн, из которого никто не может... Из-за которого никто не может убежать без спросу. Ребенка не выпустят. Всякие штуки. Господи. У них что, такие руки сильные? Я не могу это сделать. О, Господи, я тоже не могу. На этом месте трубочка стала садиться, но еще изображение немножко было. Дорогие друзья, сейчас 23:30, дети легли спать. У нас очень много подарков, я вам все завтра покажу. Для меня главный подарок, что закончен туалет, ремонт туалета завершен. Мастер уехал, сделал сам этот заказ. Петрович все забрал, Тёма справился. Боже, я что, накрашенная, мамочка, как неожиданно. Нет, я не пойду ничего смывать. Все, девочки, спокойной ночи, всем доброе утро. В общем, кто что куда. Я вам завтра все расскажу, подарки покажу. Было круто, было 8 детей, потом 2 ушли, еще 2 ушли, и 1 приехал. То есть всегда было неплохо, все время было неплохо, и немного было родителей одновременно, все. Очень классный день рождения. Всех.